другой стороны, есть какой-то общий почерк, общий стиль. Наши гимнастические сильно отличаются и друг от друга. И поэтому, в том числе, интересно смотреть на вот это вот противостояние их друг с другом, как раз-таки по регламенту этого турнира. Ну а сейчас Ольга Карасева уже на площадке. Ждем ее выступления. Такой прям спектакль, триллер-спектакль, потому что мрачное настроение музыки и, конечно, может быть, подгоняем под результат, но вот бордовые пустые кресла в темных тонах тоже как-то какой-то атмосферы добавляли. Здесь и красный купальник, и красные булавы. Все это, опять же, очень гармонично смотрелось у этой гимнастки. Бесспорно, очень талантливая гимнастка. Но я думаю, что она будет только-только еще набирать и набирать. Уже очень мы видим прекрасное ее выступление. Несмотря на то, что она растет, очень прибавляет.